В Заволжском районе установлен памятный знак адмиралу Геннадию Невельскому. Выдающийся земляк осуществил героические исследования Дальнего Востока. В этом году исполняется 200 лет со дня его рождения. Долгожданное открытие монумента состоялось на территории бывшего имения Невельских на берегу реки Мера. В этом краю адмирал провел последние 20 лет жизни и написал свой труд «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России». В торжественном открытии памятника приняли участие кадеты Объединенного кадетского корпуса адмирала Невельского и участники первых кадетских сборов. Идея создания памятного знака принадлежит чиновникам администрации Заволжского городского и Междуреченского сельского поселений. Имена людей, вложивших средства в создание монумента, запечатлены на постаменте.